конкурс красоты, литературного таланта, танцевального мастерства, артистизма и все на одной сцене. В Пушкинском лицее номер 6 прошел традиционный бал в память о великом поэте. Все по канонам 19 века. Статные кавалеры, утонченные девушки, перчатки – признак благородства, бальные платья, много музыки и классических танцев. Как бережно ребята хранят вот эту историю, вот эти традиции. Как они волновались, с каким трепетом. Конечно, было очень тяжело, потому что каждый из них был уникален, хорошее слово. Очень красивый полонез, вальс. Хотя бы на один день старшеклассники отложили в сторону джинсы и кроссовки, выучили хорошие манеры, те, что были у их ровесников в 19 веке. За полтора месяца подготовки не только сменили образ, но и еще больше сдружились. В процессе подготовки это были ежедневные репетиции, дети приходили вечером с удовольствием и отнеслись очень ответственно, как никогда. Участников исторического праздника в этом году стало больше, примерно в два раза. Ребята традиционно исполнили вальс и полонез, продемонстрировали наряды и признались в любви, конечно, в стихах. И сердце бьется в упоении. Для него воскресли вновь. И божество. И вдохновение. И жизнь. И слезы. И любовь. Признание было самое сложное, я думаю. Мы долго не могли выбрать, какое же произведение нам взять, и поэтому мы обратились к моей бывшей учительнице Татьяне Алексеевне Горюновой, и она помогла нам его поставить. Старания не были напрасными. Король и королева бала с первого конкурса покорили сердца жюри и зрительного зала. Видимо, сказались танцевальный опыт и любовь к хореографии. Впрочем, никто не остался незамеченным. Номинаций на Пушкинском балу было много. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».